Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет еще очередной обзорчик. Долго я думал. У меня есть талантик Священный Огонь еще один. Думал поставить на Рино потестировать, на Асури потестировать. И, честно говоря, не знал, что делать. В итоге я все-таки решил тестануть его на Некросе. Почему на Некросе, сейчас расскажу. Вот так вот делаем. Ищем нашего Некроса. Сейчас покажу. Так, так, так. Вот он. Заменить. Давайте, еще смены есть 5 штук. А вдруг дай повезет. А нифига. Так, вот у меня есть такой вот с каменкой. На сегодня он один из универсальных, потому что он хорошо держит урон. Я показывал, каким бегать на битве Кидлей, с питомцем сливать, пока там у нас не появилась Фрея, которая шатает любого героя, если ее хорошо зарядить. С каменкой на атаке фортов я использую в PvP локациях, тоже очень часто на дефе бывает, использую разные варианты. Чем он хорош? Он понижает урон по себе, плюс у него его талантиком идет снижение фиксированный урон, плюс он имеет кучу иммунитетов к оглушению, страху, снижающим энергию, также не получает урон, о чем я говорил, отхиливает себя, то есть для него каменка, скажем так, один из неплохих талантов, но у нас недавно появился Священный Огонь, который дает помимо дефа, то есть видите, каменка дает 60%, этот, сейчас мы его улучшим, вот уже дает максимальное здоровье, но как видите, урон у него появляется только на этом, на уменьшает на семерке 5, а уже только на восьмерке дает 50, не знаю, почему они так это сделали, как бы странное какое-то увеличение. Так, сейчас мы докупим. Рун. Так, это у меня со стойкостью. Вот так вот. На восьмерке плюс 65 к жизни, 50 к урону. То есть, по сути, это намного лучше. Сам по себе Некрос, он донатный герой, как вы знаете. У него куча всего. Он был офигенным до Огнекрыла, до выхода Фреи. Он тащил. Сейчас он, к сожалению, уже не настолько имбовый, как раньше. Сейчас Огнекрыл, по-моему, перекрыл даже Фрею всех героев. Почему именно такие таланты я вам показываю? Потому что атакующий талант ему сейчас, на сегодня, максимум это Бастион, который дает еще дополнительную жизнь. Он очень быстро сливается с атакующим талантом. Даже со стойкостью намного лучше себя показывает, чем с атакующими талантами. Потому что он выживает лучше. Что по статам у нас? По статам урона, как видите, он не особо топовый там за счет базовых показателей. Ну, у него процентуальные атаки очень неплохие, он бьет зонально, то есть и он автопрокер, он набирает очень быстро энергию, поэтому у него очень большая вероятность слива на любом герое с отражалкой, с огненкой. Жизни, как видите, у него немало, почти 300 тысяч, плюс у нас еще насобралось 208, плюс у нас идет талантик. Рунами я поставил сейчас утекание. Почему? Мы сейчас его потестируем против топов. Ради интереса сделаем тестик с цепом, как он будет справляться, разносить здание. Так. Артефакт у нас кубок стоит, то есть еще увеличение. Также на нем уже стоит у меня раскаленный доспех. Раньше у меня стоял победный выпад, который 15% отражал. Я поставил доспех плюс 25% жизни и плюс вокруг него аура наносит, ну грубо говоря, доспех сам наносит урон 100%, тоже неплохо. В созвездиях он собран полностью на уклонение, что как бы для него самое топовое на сегодня. Нету смысла там собирать другие, лучше чтобы в нем не попадали.
Ну вот даже у нас уже есть первая расстановка. Так, стрелок есть. Вот если он сейчас попадет в фраю, посмотрим. Он, конечно, у нас на кубке надо было, наверное. Вот смотрите, сразу же от вражеского некроса прилетело. Ну, прилетело не особо много. Ну, как видите, неплохо. 45% уже. 50. Смотрится неплохо. Вот Фрея начала бить. Смотрите, Фрея урон. В принципе, она его не сносит особо. Вот себе он сидит на этом. Надо будет потестировать обязательно на битве гильдии такой вариант. 93%. Хранитель прибежал. До половины. 100% затащили. Так, окей, пробуем еще. Еще какая-то интересная сборка. Ну, тут я не вижу топовых героев, к сожалению. Ну, попробуем вытащить вот так вот Анубиса сюда. Еще и ворожая потащили, ладно. Посмотрим. Ну, смотрите. Они ему урона практически не наносят. Конечно, они не максимальные прокачки. Но, опять же, он себе спокойно зависает и раздает. Сейчас надо будет найти каких-то топов и тоже попробовать. Он себе бьет в одну цель, то есть он бьет, он как раз хорошо Бигфута бьет. Бигфут себе хилит, и так он будет просто постепенно его бить, отхиливаться за счет утекания, за счет своего скилла, который тоже его отхиливает. А цеп будет просто сносить базу. Вот потестируем на выходных его. Тоже так. Вот интересная расстановочка. Смотрим тут, сейчас посмотрим. Вот интересно, давайте сразу против огнекрыла хочу выпустить, посмотреть. Тут, конечно, не только огнекрыл, тут Фрея сейчас будет бить. Ну, уже 40%. У Фрея без вариантов, как видите, любая сборка Фрея просто заряжается и все. Там столько урона, но это просто нереально. Вот интересно тоже. Стрелок. Так, немножко не то. Вот так вот попробуем. Ну, немножко неудобно ударили. Загрим всех на себя. Ну, посмотрим. Ну, его просто застанили. Ну, держится еще. Надо было с другой стороны напасть. 46%. В принципе, этого тоже хватает вполне, чтобы добить базу. Он бьет зонально по зданию. Так, вот тут вот тоже интересно. Его использовать можно везде. Он, в принципе, хороший герой, но по сравнению с тем, что у нас уже есть, он не настолько актуальный. Вот Седна бьет. Ну, держит, держит урон. В стане, правда, стоит сейчас. Ничего даже отхилить не может себя. Вот, вот чем плохо. 65% набили. Нужно будет потестировать его против Фрея. Вот вражеская Фрея. Ну, без повелитель бури. Вот неплохо вроде. Но опять же, видите, у него сейчас нету, у него отхил, ему надо бить, его станет. Единственный вариант, если на PvP сейчас тестировать, надо ему отхила побольше. Успеем, ворожая? Не особо успели. Так, окей, с такой сборкой я вам, в принципе, показал, что можно делать. Конечно, сейчас уже топы на максималках совсем не те. Так, убираем. Ставим психощит. Пусть будет кубок. Вот поставим опять же ангела. Вот такую вот сборку попробуем теперь. Так, огнекрыл Фрея. Вот тут вот интересно будет посмотреть. Так, что там? Огненка у кого-то.
Да, смотрите, Фрая все равно, ну, жизни у него, как видите, Фрая там раз 5 ударила по 170 тысяч, жизни у него тоже немало. Но опять же, это не спасает. Забор хорошо ломать с доспехом. Так, вот мы зарядили наконец-то Фрейю. Смотрим. 140 тысяч. Все. Неплохо отхилился на 400 с лишним. 375, то есть 400. Где-то миллион с чем-то у него жизни точно есть. Смотрите, 180, 200. Ну, живет неплохо. процентов уже, ребят. Это причем мы бьем без этого, без питомца. Сейчас можно будет посмотреть. Если получится, сколько он отхилит с кубка. Ну. Там, по-моему, 400 было. Не знаю, вы уже на замедление посмотрите, но опять смотрите. Он себе бьет Анубиса, он его и будет весь бой, конечно, бить. А там как бы и минус, он может атаковать одну цель, ворожей будет подхиливать. Но в таком случае тоже неплохо. Если на нем другой питомец стоит, он себе отхиливает. Так, но все же интересно, сколько он с кубка отхилит. Ворожай режет отхил. 148 ангел. Блин, не видно замесов. Ну, в любом случае, свыше миллиона тоже жизни. Там миллион 200 может. Ну, потом выпускаете. Дальше всех вот так вот героев себе. Там выпускаете Бигфута. И все. Так, окей, тут я вам его показал. Давайте потестируем его на арене. У меня там карты остались. Вот именно такую сборочку оставим. Так, войти арена. Создать команду. Этого огнекрыла уберем. Говорю, огнекрыла. Так. Особенькая вот так вот Некрос. Давайте его тут, этого здесь, а Фрейю тут. Вот он попадает. Заодно и посмотрим, кто первым сольется. Ну там Фрейю раздают, а он, кстати, неплохо живет, держится еще. Ну тут, конечно, без вариков таким составом. Ладно, поехали на PvP локации, потестим еще. Не хочу затягивать обзорчик. В принципе, вы и так и герои знаете. Просто решил вам показать, что на сегодня для него самый такой интересный вариант. Так, забытая. Карты есть? Есть, отлично. Создать команду. Уберем Бигфута. Потанчим. Вот три героя с священным огнем. Так, надо кого-то топа найти. Вот, кстати, есть тоже. С Некросом вот так вот затестим. Стрелок Асура Седна. Вот смотрите его. Статы. Ну, сносит, сносит. Причем сносит конкретно, знаете почему? Потому что Асура есть.
Асура, стрелок, блин, очень-очень неплохая связка была только что. Так, ну, у меня нету шансов, наверное. А может и есть, сейчас посмотрим. У повелитель бури, если сейчас включится, не сольется. Не успел он включиться. Да, тут мы даже по времени не выиграем. Ну, два огнекрыла это будут, могут вечно воевать друг против друга. С ограничением урона. А может и нет. В любом случае не успеем. Так, окей. Так. Ну, давайте на вот этого нападем. Ну, вот сейчас получше. Вот тут тест, конечно, не очень. Это мы уже видим на битве гильдии. Постараюсь тоже его показать. И уже на атаке фортов на выходных. Но в любом случае, из того, что я тестировал и видел у себя на сегодня, это все-таки получше, чем даже та же самая каменка. Талантик реально очень хорош, как видите. Добавляют новые таланты, и приходится все старые просто сливать. У кого есть возможности, это делают, но у большинства, к сожалению, такой возможности нет. Так, ну. Надо Бигфута выбирать. Сейчас еще одна попытка у меня есть. Ну вот видите, Ара даже промахнулся, не попал, там они дамажат. Просто на ура справляется, урон держит. Плюс сзади отхил стоит, неплохо. То есть можно реально тащить таким именно. Вместо психощита можно попробовать ошибку поставить какой-то талантик на дамах. В принципе, почему нет? Вариантов очень много. Так, ну, в принципе, все. Основное я вам показал. То есть, вот такая вот сборочка у нас смотрится очень и очень даже неплохо. Можно поставить и медальку, будет урона меньше получать, жизни у него и так хватает. Вариантов очень много, либо кубок, чтобы отхиливал больше. Ну, кубок это такое, лучше, конечно, наверное, даже медальку ему ставить. Ну, не знаю. Мне, честно говоря, нравится с такой сборочкой, не жалею. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки, репостики. Всем пока, всем удачи.